Порой в жизни случаются такие вещи, которые довольно сложно объяснить. Например, как-то раз... Ага, да, да. Где машина? Машину угнали! Это Софи. Пятерка по послушанию и поведению никогда не была замечена в проказничестве или порче имущества. Что? Я? Конечно. А это ее старший брат Эйвен. Он вообще очень смышленый парень и отличается покладистым и спокойным характером. Вы сами сейчас это поняли. А это их подруга Мэнни Пенни. Сложно представить, как они подговорили меня на это. Так, собираемся в поход. Эйвен, это шлем для тебя. Я возьму портфельчик. А я возьму сумочку. Отличненько, девочки. Мы готовы к поездке. Так, ребятки, для начала открываем дверь. Давай, Мэнни Пенни. Я пытаюсь. Давай уже. Сейчас, секундочку. Открыла. Отлично. Отлично. Кто за рулем, девочки? Тюр, я за рулем. Почему? Потому что я крутая. Она же гейсахира. Я думаю, заводится так. Эйвен, это фен. Тогда так. Да. Тогда так. Ты издеваешься? Так, так. Может так? Так, так. Эйвен, хватит! Ладно. Я знаю, как завести. Или нет? Да, Софи. Ну мы едем уже или нет? Бортовой компьютер предупреждает. Неправильно нажата кнопка. Ладно, я пошел. На, без тебя разберусь. Сопляки. Я сказала, я крута. Эйвен, братик, музычечку вруби, а? Не могу. Поворотничек, тракторик едет. Отличный солнечный денек. Отличный солнечный денек. Отличный солнечный денек. Эйвен, посмотри карту, а то мне все лапы заняты. София, соблюдаю правила дорожного движения. Все лапы заняты. Если все лапы заняты, значит ей нечем рулить. Эйвен, блин. Ладно, так. Чтобы пользоваться картами, заплатите 100 рублей. Как всегда, придется смартфоном. Там надо ехать сюда. Нет, сюда. Ух ты, как прикольно она бегает. Так прикольно, ух ты. Эйвен! Я нашел все. А теперь музычечку, Эйвен. Ладно, Софи. О, я помню все, я все забыл. Обожаю этого мальчика-певца. Алешин! Я не это хотел. Редстар, да. Ну, тоже ничего. Не то, вот. Эйвен, ты шутишь? Софи, ты что-то имеешь против классики? Ну нет, ну просто я думала, у нас крутянский отдых, и брат у меня крутянский. Ну ладно, Софи. Что такое? Ты меня не пугай. Хочешь круто, Эйвен? Да? Блин, отбей, Эйвен! Меня сейчас так вырвет! Меня сейчас вырвет! Все, Эйвен, ты крутой, ты крутой. Я думала, будет так. Ну что, детишки, удачи вам в школе. А будет так. Мы вообще куда-нибудь уже приедем? Приехали. Круто, Эйвен. А зачем мы здесь? Да не знаю, просто красивый кадр. Приехали. Какое жуткое место. Фу, и зачем мы тут? Где мой металлоискатель? Будем искать клад. Нашел. Копаем тут, девочки. Все-таки мы счастливчики, мы что-то нашли. Это какой-то сосуд. Как будто это можно открыть. Я открыла. Там внутри что-то есть. Странный запах, странный. Как-то мне нехорошо. Мэнни Пенни, это твои мечты. Ивангай! Не терпится показать тебе свои игрушки. Эйвен, что с нами? Эйвен. Это была YouTube наркотическая капсула. Что это, Эйвен? Это было погружение. Пошли отсюда, ребенок. Пойдем. А где Мэнни Пенни? Мэнни Пенни? Мэнни Пенни? Мэнни Пенни?
Мы не Пенни. Пойдем ей позвоним. Мы не Пенни, ты где? Да идите вы нафиг со своими доходами! Нафиг идите! Пойдем. Ну что, куда дальше? На пикник, детка. Собираем ветки на костер. Раз, два, три, четыре. И пышка. Софи, шишки не горят. Ладно. Софи, перестань разносить костер. Шат. Какие вкусные палки? Шашлык вкуснее. Угу, да. Теперь бумажу. Фу. Жася, шашлычок, жася, пася, шашлычок, мяско, пася, шашлычок. Эва, может, хватит уже? Ладно, давай есть. Какая вкусненькая. Софи, ты ешь как зверь какой-то, а не женщина. Ой, на себя бы посмотрю. Почему у меня так быстро кончается? Потому что... Какой хороший был день. Угу. Мама. Успеем. Так, где вы его видели? Темный универсал номер... Подождите. Эйвен? Софи? Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага. Устраивай костер.